Всем салам, это наш наконец-то второй ролик. Хочу здесь вам немного объяснить и показать, как вообще перепродавать на центральном рынке. На самом деле на ЦР перепродавать не так уж и сложно. Самое сложное в перепродажах — это выучить цены на весь товар. И сегодня я хочу вам показать один из простейших способов перепродажи на центральном рынке. Поехали! Братва, чтобы вам начать со мной играть на проекте Arizona Glendale, вам нужно при регистрации указать мой ник BladeSkeleto и на 6 уровне ввести промокод хэштег Рамзи. Вы получите автоматически 150 тысяч и еще плюс 500 000 от меня. Этот простейший способ заключается в том, что вы просто приезжаете, получается, на ЦР и смотрите, что скупают люди. Какой именно товар, гражданские талоны, семейные талоны и так далее. Вы просто бегаете и делаете скриншоты, то, что вот люди скупают. Делайте буквально несколько скриншотов, 3-4 скриншота хватит, и просто сверяйте цены. Если цены примерно одинаковые, то именно по этим ценам вы можете начать скуп. Этот способ я называю АФК способ. Вы просто начинаете скуп, выставили все предметы на скупку, выставили цены, количество, и просто можете уходить в АФК. И вы автоматически все скупаете. Вот это список того, что я скупаю в лавках. После того, как вы купили ресурсы либо аксессуары, вы просто также пробегитесь по лавкам, посмотрите примерно, что продают, ну, поскольку. Ну, плюс-минус, если сравнивать, поскольку люди скупают и после этого продают ресурсы. Наценка где-то идет в 2 раза, 2-2,5 раза. Зависит от товара. Ну, в основном где-то в 2 раза. Есть еще второй способ, это скупать аксессуары, либо тоже ресурсы в кишлаке. Кишлак — это толпа, которая стоит возле палатки Милтона, возле розыгрышей. Там всегда стоит толпа, и просто все кричат, скупают, либо продают аксы. Там, конечно, чуть посложнее будет, потому что вам для начала нужен начальный капитал побольше, хотя бы 5 миллионов. Ну, желательно, можно, конечно, и меньше, как повезет. И нужно знать цены на все аксессуары. Ну, желательно даже не на все, а на ликвидные товары, которые постоянно ходят. Именно из рук в руки. По сути, это вот самый простой способ, как начать перепродавать на центральном рынке. Кому понравилось видео, подпишитесь на канал, поставьте лайки. На канале каждый день проходят стримы в 8 часов вечера по московскому времени.